Меня зовут Влад Валов, и я хочу снять художественный фильм. Ага. Идея такая, что будет фильм художественный о группе Bad Balance. Называться будет «Плохой баланс», где в главных ролях будет шеф и Михей, и наша история, как мы создавали всю историю хип-хопа русского. Идея очень простая. Показать тот момент, когда самая популярная сейчас музыка и хип-хоп-культура в нашей стране зарождалась. Ну что я могу сказать, что аналогичные фильмы, конечно же, в нашей стране проходили. Вы наверняка видели фильм «И восьмая миля», и видели фильм «Straight Outta Compton» под названием, ну, в России его назвали почему-то иначе. Вот, но история такая, что и один, и второй фильм вложены были средства по 7 миллионов долларов. На выходе получили и один, и второй фильм больше 200 миллионов долларов. Что мы хотим сделать? У нас мало времени, и мне нужно четко объяснить, что в этом фильме, этот фильм будет снят, он может быть снят двумя вариантами. Первый. Был проведен разговор с Тони Кэем. Это оскарный режиссер американский, который прочитал на английском языке весь наш сценарий. Ему очень понравилось, и он готов участвовать и сделать всемирный показ. Раз. И второй вариант у нас есть, мы договорились с RFG Group, с Олегом Степченко, который снимал еще мои клипы давнешние, «Имя шеф», «Питер, я твой», кто помнит. И как раз он сейчас снял с Джеки Чаном и со Шварценеггером, снял фильм «Ви-2». Вот, в Китае получил сейчас «Оскара» за лучший фильм. Вот он готов тоже снимать фильм здесь. Итак, что касается этого фильма. Олег Степченко готов снимать этот фильм, и RFG Group просчитал, получается у нас 200 миллионов, то есть 3 миллиона долларов. Американец Тони Кей просчитали, получается 7 миллионов. На выходе русский вариант мне нравится больше, потому что, в общем-то, наш менталитет, и, ну, мы, наверное, среди молодых актеров найду очень сильных актеров, которых мы возведем. И такой вариант очень даже логично подойдет к нашей стране. Что хочу сказать, получается, что мы как минимум в 10 раз окупим эти 200 миллионов, и подумайте, кто хочет остаться в истории вместе с нами, с плохим балансом. Влад, время? Вот, все. Да.